Доброе утро. Я получается пена. Пенка такая. Так это надо чуть-чуть водички туда, вот так день-день-день. Так, так тоже можно. Да? Да. Так, це. Ну, по крайней мере, я попробую сейчас. Обед выкин. Привет всем. Сегодня 7 марта, но видео выйдет 8, поэтому всех поздравляю женщин с этим праздником. Шо? Жопа. Вот. Я не знаю, что завтра и как у нас будет. Ничего не планирую. И особо нет желания, если честно. У нас вообще, может, мы с Викой вдвоем будем завтра дома. Не знаю. Еще пока ничего не знаю. Но я завтра зато выходная. 8 числа. Вот, так что, дорогие женщины, девочки, бабушки, всех поздравляю с 8 марта. Желаю вам настоящего женского счастья. Да. Это самое главное, здоровье. Так, у нас уже это. На завтра плюс 14 передают, так что, наверное, будет тепленько. А сегодня еще пока с утреца. А, уже 0 было, минус 2 на градуснике тут у меня. На работку собираемся. Сейчас Вика убегает. Назар уже в школу побежал. Сережка позже уходит. Так, вечер. Прибежали с работы. Сережка меня встретил. Лук купила, морковку купила, селедку купила. Хочу шубу. Не знаю, когда я ее буду делать. Правда, завтра выходная, я 8-го, но иду на работу, у нас корпоратив. Майонез, паста томатная. Думаю, солянку приготовить, а потом подумала, зачем я пасту взяла, если с томатным соком готовлю. Ну, пусть будет. Макарошки. Ага. Сейчас упадет. Силиконовая. Раз. Угу. Чуть-чуть придавил, натянул, и все. Держится на вакууме. Классная тема, да? Лимончик, потому что что же надо. Оливки черные, без косточек, тоже на соляночку. Взяла вот такие с тунцом нам на завтра, может, захотим на ужин. Томатный сок. Купила Вике подарок и спрятала. Завтра уже покажу. На 8 марта. Чисто символически мы вообще договаривались без подарков, потому что сейчас не до праздников, не до подарков, не до растрат. Вот. Но я не смогла. Хотя бы как-то порадовать захотелось. Сосисочки вот такие взяла. Колбасу такую тоже на солянку. Такую тоже на солянку. Короче, это мясо тоже кусочек на солянку. А это мясо мне надо сейчас замариновать на завтра на работу. Мы каждый что-то готовим. Кто блинчики с мясом, кто салаты. Вот, я в общем мяско. Кто картошку будет готовить. А я взялась, говорю, сделаю мясо такое тушеное. Замариную на ночь, завтра его с утра приготовлю. И вечером, ой, вечером, в обед понесу горяченьким. На работу. Там посидим немножко и потом побегу домой со своими ужинами. Сима! А ну, ушла отсюда. Вот такие справы. Все. Сережка ужинать сел. Да. С вилкой. Капусту кушать. Может, у меня это вместо живота вырастут. Да, вырастут. Не вырастут. Блин. Уже. Все. Но все равно попробуй. Ну, попробуй. Так, сварила бульон, все, завтра буду готовить с утра. Тут макароны, сосиски, фух, к Лиле ходили, только поднялись, аж захекали. Надось. Так, вроде все, можно отдыхать. Сейчас покажу вам, чем Сережка занимается. Вот, пожалуйста, примите, распишитесь. Отсюда его не вытащишь. Еще тут обычно Назар рядом стоит. И они вместе дискуссию ведут, что делать и куда бежать. Да, о, вот. Ты уже не на воде, а где-то... Я тут уже, нифига себе, уже в космосе побывал, вернулся. Ага. Ого,
Ничего себе, папа. Нет, он, у меня развалился космический корабль, я пытаюсь его собрать обратно назад. Угу. Сейчас у меня вот там солнечное затмение начинается. Боже, спешить надо, да? И короче, я, Лазар, ой, показал Сережке игру, скачал ее, и мы потеряли мужа, папу. Короче, вот такие. Кормиться. Весь там. Андрей звонил, за Андрею звонила, говорю, ты что, говорю, пропал вообще? Мы вообще-то с мамой переживаем, ну, брату. А он говорит, это кошмар, я картошку режу. Короче, он в наряд уже пошел. Попал. Да, говорит, я уже все руки покоцал. Ну, прикинь, он никогда не чистил, не резал картошку. И этот, и вот это в наряде, да. То он там в шоке весь, бедный. Ну, ничего, это армия. Да, папа? Да, научат всему, не хочешь, ага. Заставят. Ну, да. Так, проверим, что Назарушка делает. Что у нас тут творится? А куда мы? Вайбер. Куда мы лезем? Что, сыночек? Я не понял. А что это у тебя за книжка такая? Или это блокнот? Это... ничего. А, это блокнот как книга, слушай. Я думала, книга. Ой, короче, поубирала у Назарки. Уже... А уже сразу. Откуда у тебя эти конфетки, какие-то там булыты? А, а куда мы лезем? Была мусорка пустая. Что это? Не знаю. Что сынок, это, сынок? Ой, ладно. Делаю уроки, проверяю и спать. Мне отдыхать надо. Завтра готовить. На работку. Ну, я выходная, но иду на корпоратив. Симочка, проконтролируй Назарушку. Ты не хочешь спать уже? Такие сонненькие, давай. Ну хорошо, сейчас ложусь. Да, все. Нет, уроки сначала сделай. Все, уже хитрый. Ложусь. Нет. Ты сама сказала. Нет. Спать. Кто мне сказал спать? Назар. Кто сказал спать? Я сказал сам себе спать. Завтра к бабушке. Все. Все. Всех проверила, проконтролировала и можно отдыхать. Говорю всем пока. Любимые женщины, девочки, бабушки, всех поздравляю еще раз с праздником. 8 марта, с днем. Вообще это, ну, насколько я понимаю, сегодня это день защиты прав женщин. Поэтому защищаем наши права. А самое главное правило – быть счастливыми. Самого большого женского счастья всем. Все, всем пока и мирного неба. И победы. Украина.